нас давние связи с Китайской Народной Республикой. Мы выезжали на гастроли в Китай, к нам приезжали китайские музыканты, поэтому мы относимся к нашим коллегам и друзьям с большим сочувствием, знаем, какую самоотверженную борьбу ведет весь китайский народ в это время. Мы знаем, что город Ухань, в котором случилось самое главное это несчастье, это огромный город, примерно вдвое больше Петербурга. И впервые в истории он весь находится на карантине. Въезд и выезд запрещены. Мы понимаем, что это очень серьезно. Понимаем, какие усилия предпринимает руководство Китая для того, чтобы с этим бороться. Мы надеемся, что к октябрю эта ситуация будет уже завершена, и мы в октябре сможем приехать на гастроли. Мы очень на это надеемся. Кроме того, я думаю, что поскольку жители города Ухань понесли вот такие серьезные, скажем, испытали такие трудности, то было бы хорошо дать там благотворительный концерт. Я думаю, что наши музыканты оркестра с удовольствием бы это поддержали. Надеемся на скорую встречу.